Он здесь, смотрите. А, нифига, вот оно как это работает. То есть я не могу кнопку нажать? А что ты у меня? А! Бугага! А смотрите-ка, тут есть еще и Фредди. Эй, друзья, всем море привет, а всем бугагашечки, Нептун здесь, и это рубрика ФНАФ пародии. Давненько на канале не было чего-либо, что было бы связано с Among Us. Помните эту игрушку, да? Как все поголовно в нее играли. Сейчас тоже, конечно, играет, но интерес и ажиотаж уже, конечно, спал. Но! Мы же обожаем ФНАФ пародии, правда? Помните, пару лет назад я приходил 5 ночей в Among Us? Так вот, разработчики выпустили ремастер своей же игры. Она стала лучше, круче, и в общем, я ее вам сегодня решил показать. Ссылочка на скачку будет в описании под видео. Не забудьте поставить лайк, я очень нуждаюсь в вашей поддержке, вы у меня самые лучшие, и мне очень приятно снимать для вас. К тому же, как вы знаете, я сейчас не на рабочем месте, я в отпуске, я все эти видосы записываю заранее, поэтому это вдвойне показывает мою заботу о вас. И видосики, как вы знаете, без монетизации мне уже ничего не приносят, но все же я хочу, чтобы вы не оставались без видео. Такие дела. Давайте посмотрим на обновленную игрушку 5 ночей в Among Us. Новая игра. Кремейт. То есть я, видимо, играю за белого. Мы живем здесь. О, смотрите, сколько пасхалок. Это все, кто снимал эту игру. Ну, ту раннюю версию, более старую. Тут есть Нептун. Ля, какой красавчик, да? Так, ну, видите, выше всех. Просто он выше. Он недосягаем. Ладно, друзья. Game Jolt, понятно. Что у нас тут есть калькулятор какой-то, игра. Две, видимо, аудио- или видеокассеты. Совершенно секретно, пробирочки. Опа. Можно закрывать. Не знаю, зачем. Ладно. Можно смотреть вправо и влево, да? Окей. Так, 12 часов. Нам нужно, видимо, дожить до 6. Пробирочки, кофе. О, смотрите, хэдкрабик тоже пьет кофе. Прикольно. Так, мышка, клавиатура, Among Us, газета. Кстати, друзья, разработчики этой FNAF пародии, это наши ребята, русскоговорящие FNAF комьюнити, так что мне еще больше приятно их поддержать. Контракт. Кол... Эмон Кола, видали? Кто хочет Эмон Колу, непременно ставьте лайки. Бургер, Энерджи. Это, видимо, энергии вообще всего-всего. А, это монитор. Окей. Так, давайте разбираться. Значит, у нас есть камеры. Двигатель 6. Коридорчик, видимо, да, такой перекресточек коридоров на 7-й камере. На 8-й камере... Как это хрень называется? Реактор, во, точно. Реактор. А здесь у нас двигатель. Комната электрики. Она почему-то у нас хреново работает. Опачки. Чика? О, это же, ну, типа, космонавт, да? Амогусик маленький и желтенький, но он при этом носит шапку Чики. Чтобы можно было понять, что это именно Чика. Оба-на. О! Что? А, Чика предатель. Она убила Амогусика Бонни. И спрятала его голову там, за стенкой. Оставила кексик, выкинула его гитару и решила теперь меня съесть. Зашибись. Что у нас там? Дыра в двери. Замечательно. Я могу... А, реально, я могу запирать двери? Так, я запер дверь там. Открыл. Ну-ка. Да. Двери запирают, смотрите. То есть я могу каким-то макаром перекрывать путь аниматронику. Вот, Чик подходит ближе, смотрите. Значит, я закрываю эту дверь, чтобы она ко мне не попала, правильно? А где я-то нахожусь? Ну, то есть... подождите. А где на карте я? Вот здесь? Ну, типа, вот в этой комнате, да, я, получается, нахожусь? Так как во всех остальных комнатах и коридорах есть камеры. Так, Чик пропал. Что за кнопка? Press the button. Нажать кнопку. Ну, я нажал, а что толку? Возможно, отпугивает, да? Ладно, раз Чики здесь нет, давайте мы тогда откроем двери. Она, может быть, сюда убежала. Видите, дыра в стене. Возможно, она залезла сюда и перешла на камеру 1. Как вариант. А здесь, возможно... Вот здесь, возможно, комната, которая ведет ко мне. То есть вот в эту, получается, правую...
право помещения, в нем нахожусь я. Если верить карте, то это, по-моему, карта именно самого первой карты, да, оригинальной карты МНК, помните, где был шаттл. Она здесь не полная, то есть вот эта комната получается. О, вот и Чика. То есть вот здесь это место, где, помните, мы выкидывали мусор, нажимая на рубильник. Здесь же, по идее, канистра должна была быть. Мы отсюда ее брали, помните, чтобы заливать. Вот коридор, да, вот комната. Ух ты, Бонни ожил. Подожди, реально ожил Бонни? А я думал, он типа мертвый. Так, ладно, давайте дверь разбираем. А типа... То есть он просто нацепил на себя голову оторванную. Он обратно убежал. Окей. Ну, видите, микрофон. То есть там еще и Фредди где-то должен быть. Так вот, вот комната электрики, помните, да? Здесь у нас получается реактор. Здесь... Смотрите, вот двигатель справа, сверху и снизу, а это реактор. А значит, я нахожусь в комнате, где, помните, мониторы были. Где можно было мониторить, смотреть, что происходит. И, видимо, реально я здесь. А если закрыть? Ко мне может кто-то отсюда прийти? Короче, я закрываю. Я не знаю. Я перестрахуюсь. Так, Чик ко мне не сможет прийти. Ага. Так, подожди, что со мной? Что? Сердцебиение началось. Это из-за этого? Да, вроде как-то прям полегче. Нифига себе, то есть понятно, надолго нельзя это делать. То есть, ну да, я, получается, перекрываю себе кислород. И начинаю задыхаться. Поэтому лучше надолго не запирать эту шахту. Уже 5. Так что скоро думаю, что будет утро. Слушайте, ну это реально, это круче, это намного круче, чем та старая версия. Что звук? Это версия намного лучше, намного проработаннее, чем предыдущая. Текстуры сделали, ну, разработчики интереснее, то есть как-то наполнилось помещение, нарисовано все довольно интересно. Если сравнить со старой версией, то там все было намного проще. И амогусики были стандартными, просто взял, видимо, разработчик, и стандартные вот эти вот, ну, PNG-шки прозрачные космонавтов наставлял в игру, и все. И сцену убийства там тоже сделал, из игры взял. А здесь он прям вот все нарисовано. Добавлены шапки из ФНАФа, чтобы мы могли понять, кто есть кто. Победа! Так что обращаю ваше внимание, друзья, на эту пародию. Да, кассеты вижу. Время их послушать? Да почему бы и нет? Какой именно из них первый? Давайте фиолетовую. Наконец-то мы создали это. Мы создали специальный вирус, чтобы убил человека за 2 дня. Мы создали, чтобы убить что-то там, потому что мы не одни. Что-то там про деньги в космосе, мы хотим, мы очень устали. If everything works out, the very next day we will begin our operation to destroy other research groups. Так, короче, они создали вирус, чтобы можно было убивать членов, ну, людей, там, за 2 дня, бла-бла, возможно, чтобы искоренить зараженных, так, таким образом. И что, для чего это было? Типа, появился новый противник? А, 6 часов, то есть еще не идет ночь. Так, посмотрим вторую кассету, послушаем. Та-ра-па-пам. Что-то не так. Вентиляция, да? Что-то там, человек, зараженный вирусом, он что-то там... Why did I decide to listen to them just now? So there is someone on our ship who is behind all this. Короче, кто-то за этим, ну, за всем этим ужасными событиями стоит на этом корабле. И наш герой, типа, почему я не послушал эти кассеты раньше? А, то есть, тут есть предатель, но, как мы понимаем, их тут много. И вирус должен помочь убить предателей, правильно? Но вторая кассета, вроде как я понял, что наш вирус не особо-то и помогает. Но, возможно, он помогает определить, кто именно заражен. Короче, как-то так. Давайте посмотрим. The One Cat and Waybury. Waybury это вроде бы, ну, Waybury. Это разработчики.
данной игрушки. The One Cats, по-моему, какого-то такого чела с таким ником у себя на канале видел. На стримах. Что? Байт, что? Купить прекрасную одежду для... По своему вкусу в космосе свет... реклама? Among.us. Тут реклама? А, вот он вирус, походу, дело какой-то. Так я думал, вирус такой, который, ну, на людей действует. А тут какой-то вирус, видимо, компьютерный. Странно. Так, давайте посмотрим, кто есть кто. Так, Бонни здесь. Но он пока не активничает, потому что у него голова отдельная. Чика ждет. Я запираю дверь и буду ждать. Что она предпримет дальше? Их пока двое. Возможно, есть еще предатели. Но мне нужно, видимо, смотреть за шахтой. Я вот не знаю механику шахты. Может, я услышу звук. Как будто кто-то ползет по шахте. Может быть, я услышу какое-то предупреждение. Или она будет выглядываться, типа, со звуком. Да? К примеру, нужно будет закрывать. Пока что механику я не знаю. Ну, давайте посмотрим. Давайте будем разбираться. Так, Бонни пришел. Но Чика ушла. Обратно. А сколько я могу держать дверь закрытой? У меня только одного отделения не хватает. Жалко, что не показано, скажем так, ну, сколько я пожираю в данный момент энергии. Большой монитор на камерах. Левый монитор — это время. Правый монитор — энергия. То есть вот эта энергия, да, это время. Ну, все правильно. Ой, реклама. Фу, спам. Убрать спам, мерзкий спам. Спам — это плохо. Спам, мы не одобряем спам. Так, два ночи, и пока только два отделения мне пропало. Может, вообще дверь не открывать? Почему бы и нет? Все, Чика в шоке. У меня такой вид, блин, боже. А что? А что это вы мне дверь закрыли? Здесь передо мной дверь закрыли, а? Блин, примерно такой вид. О, Бонни начал оживать потихонечку. Еще реклама. Да, блин, и меняются постоянно. То есть, одна уходит, другой приходит. Я хотел дверь открыть, ну, чтобы... Давайте, ладно, окей, давайте откроем дверь. Просто хочу посмотреть, что это и как работает. Вот Чика. Мы сейчас не будем закрывать двери. Я хочу посмотреть, что же они сделают. Они в шахту залезут или все-таки через дверь пройдут? Здесь, кстати, нет двери, которая ведет ко мне в коридор. Опять реклама! Да не хочу я вашу гребаную одежду. Я в космосе, мне нужно выжить. Кругом зараженные люди. Амогусики. Импостеры везде. А вы мне одежду предлагаете. Это не круто. Так. Бонни подошел ближе, Чика отошла. Что? Космический туризм? Да. Теперь каждый может полететь на космическом корабле через пространство. Тогда сделай это. Тебе все, что нужно, это заполнить нашу, короче, анкету на сайте emong.as. Зашибись. Зашибись. Мне это не нужно. Так, Чика подходит ближе, смотрите. Бонни исчез. Так, подожди. А, нифига, во, он прибежал. Он прибежал. И как будем мы их отгонять? Тачику давайте закроем. А с Бонни мы разберемся, я думаю, что поближе. Да не хочу я твой туризм. Так, Чика отошла. Бу-га-га. О, он исчез, все. Он здесь, смотрите. А, нифига, вот оно как это работает. То есть я не могу кнопку нажать? А что ты у меня? Ап! Бу-га-га. А смотрите-ка, тут есть еще и Фредди. Только, правда... Ну, опять же, с шапочкой Фредди. Хорошо, это круто. То есть я просто думал, что кнопочкой я буду их отвлекать, когда они будут около моей двери. Но получается, что когда они около моей двери, они закрывают кнопку, и я не могу на нее нажать. Тогда нафига кнопка вообще нужна? Как мне защититься? Подождите. То есть если они будут здесь, то мне хана. А что делает кнопка тогда? Может, она прогоняет, когда они рядом с, ну, вот с этим коридорчиком, да? Например, вот здесь. Когда они будут, нужно нажать на кнопку, я типа их спугну, да? А без понятия, как это работает, но... Надо будет попробовать, хотя, с другой стороны, рисковать не хочу. А вдруг это не так работает? Я опять же зря подохну. Уж вы раскачайте эту игру потом, да, после этого видео. Сами поиграйте, поддержите разработчиков и попробуйте, что за кнопка, для чего она нужна. Ну, если получится, вдруг, ну, нечаянно там я проворганю этих амогусиков, то, конечно, кнопка будет мною использованная. А Бонни тем временем бежит в дырку. Странно, что их туда не, ну, не выдувает. Там, видите, дыра, и как бы
открытое пространство. То есть, по идее, воздух должен полностью выходить и должно вытянуть в открытый космос. Но Бонни спокойно себя чувствует. Так, Чика не прошла там случайно, нет? А нет, Чика еще никуда не ходит. Бонни вернулся обратно, видимо, ему тут не понравилось. Он вернулся сюда, но вот Чика потихонечку идет. По-моему, нужна еще одна стадия быть, то есть она должна еще ближе подойти, и потом двери можно запирать. Фух, выживаем. Да вы запарили. Вот, все, она ближе. Все, дверь я запер. Теперь, чисто в теории, она не должна подойти ко мне близко. Веревки всякие, цепи, смотрите, есть отпечатки. Кто-то ведь дни считал. Так, лампочку можно включать? А где пипка? Есть пипка? Ну, типа, носик там какой-нибудь. Ну, тут нет вентилятора. К сожалению. Так, на логотип, если нажать, тоже ничего не происходит. Это разработчики, страничка на GameJolt. Но, увы, пасхалочек, носиков здесь нет. Так, Бонни. Открываем пока двери. Чика ушла, видимо, в начало, да? А где Чика? Подожди, подожди, подожди. А где она? А вот она. Фух. Я испугался. Так, давайте дверь закроем, чтобы Бонни может поскочить. Все, Бонни ушел назад. Ну, а теперь Чика. 2 часа, друзья. А может быть, кнопка нужна, чтобы их, ну, вытуривать из... Так, они оба позади, зашибись. Может, реально кнопка нужна, чтобы их просто выманивать из-за вентиляции, чтобы они пугались и выходили обратно, как вариант. Потому что когда бывает, вот только что Чика пропадала, я нажал на кнопку, она хоп, появилась. Хоп, и я здесь. Что там лежит? Ножик? А, пробирка, вон, видите, на полу. Окей, друзья. Между прочим, уже 3 ночи. Половина ночи пройдена. Так, запираем двери. Подождем, пока Чика пропадет. И поглядим. Вот, а, нет, она не пропала, она подошла ближе. Это не то. О, теперь пропала. Так, тихо, где она? А, назад убежала. Ну ладно. Я просто хочу проверить кнопочку. Правильная ли моя теория, что она просто выманивает аниматроников? Ну да, аниматроников и могусиков. Они все еще здесь. Так, народ, у меня 5 часиков и всего 2 отделения. О, они отбежали, слава богу, можно двери открывать. Давайте 666. И неплохо, неплохо, да. Ну, по энергии, то есть, я пробовал дверь долго держать запертой. Что это? Система была повреждена, разрушена. Что? Программа createtest.hq destroyed. Система уничтожила. Пожалуйста, insert. Вставьте диск, флешка восстанавливающая, короче. В смысле, а что это было? Это нормально? Я же, блин, испугался, думал, что у меня что-то с компом случилось. Да, вроде прокатил. It's good that I have a flash drive with a recovery program. Ага, у меня есть, типа, флешка, чтобы восстановить программу. И что с ней делать? Типа, ее где-то нужно найти? Ну, окей. А, восстановить систему. Кто-то посмеялся, что это? О, рука! Видали, там рука лезет. Ну, видимо... Так, давайте 10 сделаем вот так. Все, он убежал. Я понял механику. То есть мы должны восстанавливать систему, только смотря монитор, но при этом нужно защищать шахту, потому что там может лезть Фредди. Так, 20%, вон рука. А сколько у него стадий? Подожди. Мне просто любопытно. Ой! Понятно. У него нет стадий. Он просто приходит и тебя убивает. Чувак, лучше не рисковать. Не залезешь, Фредди. Так, у меня уже 81, 82. Давайте. Будем запирать. Так, хватит. Ну вот такой вот геймплей. Выживание. О, его не было все это время. Ходило. Я немножко не расслышал. Так, продолжаем. К
Кто это там лезет? Сейчас пальчики придавлю. Сейчас пальцы нафиг передавлю всем. Реально, вот лучше куртяпку свою убери подальше. Так, и... The system has finally recovered, and apparently she also recovered the deleted files that were the last guard. Окей. Там какие-то файлы удалять? Так, ладно, короче. Я думаю, что на серии хватит, да? Спасибо большое всем, что посмотрели данное прохождение, данный видосик. Надеюсь, вам понравилось. Ссылочка на скачку в описании под видео. Скачайте, играйте и поддержите наших разработчиков. Желаю всем добра и позитивчика, друзья. Всем хорошего настроения. Ставьте лайки, непременно вступайте в мою группу ВКонтакте и подписывайтесь на телеграм-канал. Все ссылочки найдете в описании там же. Всем пока-пока!